сообщество является властью, вне зависимости, кто здесь будет сидеть от фамилии. Мы заставляем прокуратуру, суд, губернию, СБУ, как структура, а, во-первых, воспринимать нас серьезно, б, действовать согласно общественным интересам. Вне зависимости, кого они здесь посадят. Это уже второй вопрос, кто здесь сидит и насколько он нас устраивает. Если бы мы их могли менять, вот условно говоря, сказать, вот Игорь сейчас становится прокурором. Главное. О, тогда вы бы понимали, что мы штурмуем, жгем и поджигаем. И садим его на развалин. И вместе помогаем ему устанавливать новую власть. Треба, чтобы сидели, понимаешь, фахильцы. Но пока мы так не можем, пока, но придет время, может быть, и сможем. Наша задача заставить этих ребят соблюдать закон, действовать согласно закону и быть, самое главное, патриотами Украины. Резонансно справа. До сих пор ни одного человека не нашли, автобусы все знают. Найдем мы тогда. Выход такой. Найдем мы и будем на суд. Третий вопрос. Бизнесмен. Да, там Чернихцы, его уже наказы нам показать, яка стаття звільнення, чи ведеться слідство. Прокурори корупціонери нас цікавлять, звільнення чи ні. А як хтось учасник 25 листопада, коли розганяли? Специально просто все, идите, мы пришли с одними вопросами, и их интересуют те же вопросы, что и нам. Совершенно верно. Это я только за. Вот если поэтому... мы будем весь такие вопросы решать, это самое лучшее, что будет для нашего города. Самое лучшее. Чтобы знали, что контроль идет не только с нашей стороны, но и с другой стороны. Борьбы государства и власти, которая сегодня коррупционна, против человека. Вот сам пояснивает. Да. Они для этого и пришли. Вот они, я... Нет, так я хочу сказать, да. Что может, мы на этом объединяемся. Да. И чем больше нас будет, тем лучше. Да. Мы, у нас или только одна... должна быть базовая позиция, которую мы должны разделять все вместе, вне зависимости, кто на каком поле стоит. Одесса – это Украина. Если Одесса – это Украина, и тогда мы разберемся со всеми людьми, которые не дойдут этой Украине жить счастливо. Интересы будут учтены, я думаю, что каждого, невозможно. Спасибо, что пришли время встретиться с нами. У нас есть ряд вопросов. Ну, понятно, частично они уже решены и будут.